Под Оленегорском полным ходом идут работы по возведению радиолокационной станции дальнего обнаружения, систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Это специальная комплексная система для обнаружения запуска баллистических ракет. Сейчас на месте строительства завершают земляные работы по устройству временного дорожного полотна, ведут подготовку оснований свального поля и комплекс буровзрывных работ. Задействованы 54 единицы специальной техники. Филиалу спецстроя предстоит спроектировать и построить 71 сооружение. Работы в рамках госконтракта начались весной. В этом году задача подготовить фундаменты под инженерный комплекс и под комплекс быстровозводимых модулей, обеспечить устройство площадок хранения изделий и монтажа спецоборудования, проложить около 5 километров дорог.